Всем привет! Наконец-то выбрали комбинезон для Луняши на холодах. Он тепленький какой. Сейчас будем стараться ей его примерить. Вот наш помощник. Надеюсь, все получится. Удачи нам! Что это у нас такое? Что это у нас такое? Нет, не я! Могут увлечь даже леопард. Обезьяша, ну покажись, как ты в куличке. Ну, какая. Идем, пройдемся, Ромашка. Иди сюда. Иди сюда. Садись, садись. На. Пошли сюда еще. Ой, ну нормально, даже удобно, да? Молодец. Ну, этот пуховик ей нужен только на очень зимние, на очень сильные морозы. Вот, как всем многим известно, у меня кота-кафе есть, и нам туда постоянно подкидывают то кошек, то еще каких-то животных. И сейчас нам туда подбросили, смотрите, кто тут у нас. Ежишка, обыкновенный еж. Вот. Наконец-то мы его смогли пристроить в зоопарк, сегодня забирают. Но перед этим мы хотим Луне его показать немножко. Иди сюда, смотри, что это. Что это? Что это такое? Что это такое? Луняша, тебе не интересно, что ли? Это же ежишка. Это же ежишка. Ежишка у нас не трус, и Луна у нас
Тоже не трус. Что тебе? Новый же запах. Что это вы такое мне подсунули? Что за странная игрушка? С ежишкой все хорошо, он даже в шар не сворачивается, он ничего не боится. Какой толстый. Какой толстый, Луняша. Толще, чем ты. Видимо, Ёж уже знаком с леопардами. Знакомство прошло хорошо. Сегодня ежик поедет в зоопарк к невесте ежихе. Поэтому в перчатках. Ежик немножко проголодался. Ну, а так хороший. Ну, не кусайся, ну, не кусайся. Меня только не кусал вообще. Сейчас еще и плюс ешь.